Всем привет! Тема нашего сегодняшнего обзора – это внутренний фильтр фирмы Минжанг, модель JZF-1303. Эти модели и вообще эта фирма Минжанг по внутреннему оборудованию мне нравится больше всего, потому что действительно имеет золотую такую серединку, цена-качество. По моим наблюдениям, безумно мало каких-то нареканий. Мне очень нравится качество, мне очень нравится компоновка этого фильтра, как все, что входит в зацепление и так далее. Сейчас это все расскажу. Данный фильтр 1303 имеет мощность 2000 литров в час, потребляет 40 ватт. Габаритная часть, в высоту он 45 сантиметров. Имеет 4 кассеты. Сам по себе насос, потому что для меня это немаловажный момент. Сам по себе насос действительно большой, имеет нормальный удельный вес, потому что очень многие китайские производители пишут мощность насоса одно, а по факту даже половины той заявленной мощности нету. Данный фильтр оснащен довольно-таки качественными присосками. По моим наблюдениям, даже через годы эксплуатации они сохраняют свои качества и клеятся. Для китайцев это, скажем так, уже наворот. По насосу насос разбирается, в случае чего можно залезть и обслужить сам по себе ротор. Ротор простой, такой допотопный, мощный, находится на нержавеющем стержне. Данный фильтр не рекомендуется ставить в морские аквариумы, потому что там надо выбирать модели с керамическим стержнем. То есть время от времени, пожалуйста, промывайте, снимайте эту часть и обслуживайте ротор. Далее, довольно-таки длинный провод. Наш фильтр можно использовать, чтобы он просто всасывал грязную воду, отсюда выбрасывал чистую. Можно, чтобы он подавал воздух. То на этот штуцер одеваете трубочку, насос погружаете полностью в воду, трубочку выбрасываете снаружи. И принцип работы: снизу всасывается грязная вода, в трубочку всасывается воздух, отсюда выходить пузырьки вместе с чистой водой. Но я все равно рекомендую использовать фильтр как фильтр, а для подачи воздуха, чтобы у вас был отдельный компрессор. Дальше, по поводу фильтрующих элементов. Фильтры Минжанг с прозрачными кассетами, с желтыми фильтрующими элементами очень часто покупают, потому что людям нравится дизайн и внешний вид. Очень многие предпочитают, потому что видно степень загрязнения. Мне 50-50, там, когда нравится, когда не нравится, но модель все равно продается больше всего за счет того, что он яркий и имеет красивый дизайн. Что нравится мне? Мы имеем здесь 4 фильтрующих элемента. Во-первых, можно в верхнюю кассету засыпать уголь или керамику, или в две кассеты уголь или керамику. В нижнюю кассету можно засунуть синтепон и таким образом получить многофункциональный биологический фильтр. Поэтому фильтр многофункциональный. Дальше, 4 кассеты. Плюсы какие? Что здесь нету прорезей, как в других китайских фильтрах. Таким образом, вода у нас всасывается снизу, проходит с нижнего фильтра до верха. Таким образом, профильтровывают все фильтрующие элементы. Грязь остается везде. Это тоже наворот. Потому что, когда в 3 или 4 кассетах других производителей много прорезей, вода где всасывается? По пути наименьшего сопротивления. То есть сверху. И нижние кассеты просто стоят чистые. Один из таких моментов, что мне тоже очень нравится, здесь кассеты не снимаются вот так, если тянуть. Они снимаются, то есть спазом мы вытаскиваем и снимаем. Таким образом, даже через годы эксплуатации ваши кассеты просто не распадаются. На этот фильтр всегда есть отдельно в продаже фильтрующие элементы, эти мочалочки. То есть не нужно будет подрезать или заниматься там поиском чего-либо. Промывайте эти кассеты, просто снимаете, достаете мочалку, промыли, обратно поставили. Некоторые спрашивают, нужно ли фильтрующим элементы промывать серединку. Когда вы моете весь полностью фильтр, то серединка у вас автоматически тоже промывается. Так, итого, подведем итог. Фильтр Минжанг NSF-1303.
Габарит на час, высоту он 13, в длину он 13 сантиметров, 45 сантиметров, имеет 4 кассеты, легко можно с него сделать биологический многофункциональный фильтр, имеет реальную мощность 2000 литров в час, я рекомендую для аквариумов до 500-600 литров, не более, минимально это, конечно, литров 300, для меньшего объема поставить и будет перебор. Красивый в дизайн, хорошее качество, фильтрующие элементы всегда в продаже есть. Использовать рекомендую только для пресноводных аквариумов. Есть функция подачи воздуха. Если вы приобретаете любой внутренний фильтр, рекомендую фильтр, чтобы работал постоянно 24 часа в сутки, потому что на фильтре живут полезные бактерии. И если вы хотите его использовать с подачей воздуха, рекомендую все равно отдельно приобретать компрессор, потому что он будет постоянно нагнетать воздух. При обслуживании фильтрующего элемента рекомендуется обслуживать мочалочки не в проточной воде, а в аквариумной воде. Поэтому, когда слили ведро воды, промыли мочалки, а потом только дальше обслуживаете все остальное. Нареканий по качеству лично у меня нету. Продали их очень много, отказов и негативных отзывов в последний год я не встречал ни одного. Спасибо за внимание, до скорых встреч.